Всем привет, мои умники, с вами Бодя. Да, и это угадай песню по картинкам челлендж. Давненько-давненько не было, я вас понимаю. В общем, сейчас мы будем смотреть Белковое. Я думаю, то, что все знают этот канал, ну, где, в общем, все челленджи публикуются, которые я смотрю. Ссылка на оригинальное видео в описании. Так. Ай, громко. Всем привет, мы... Привет, так, это реклама, я понял. Так, погнали. Так, нам надо за 10 секунд угадать новинки. Это, короче, фараон 5 минут назад. Да? Без пауз, да, наверное. Видишь, камни кружит танго прямо на моих костях. Тот медовый, что крутил я 5 минут уж как и сяк. Ой, знаете, вот не знаю. Слушайте, ну это трудно. Здесь я не пойму. Ну, типа... Вот скажите, как, вот как бы я Диме Билану угадал океан? Я вот океан не знаю песню. Но это легко. Слушайте, а это интересный челлендж. Мои умники угадали? Если не угадали, назад перематывайте, потому что я ответ говорю. Мой Калашников, да? Ну да, да. Родись, страдай. Умри и в рай. Нам ничего не страшно. Да я не знаю, что это за песня. Вот что Федук здесь поет? Вот скажите, вот что Федук может о чем здесь петь? Я не слушал эту песню. Я серьезно. Да ладно, хотите сказать, что это, ну, тема белорусских, витаминка, да? Да? Картинкам, девочка разноцветная, витаминка. О, господи, не пой, Богдан. Согласитесь, да, я правильно же думаю? Картинка, да, девочка разноцветная, витаминка. Ну вот как можно было еще сказать, вот, чтобы мы не поняли, что это может быть за песня? Это же точно не LJ Калифорния. Ну это легко очень. Вот это легко на данный момент, серьезно. Белков, давай потруднее делать такие челленджи, а то легко что-то. Знаешь, но я уезжаю. Ты опять улетаешь. Так. Зацепила меня. Артур Пирожков, зацепила. Это моя любимая песня. У него. Зацепила меня. Ослепила меня. До порога довела. Блин, это моя самая любимая песня у него. Надо будет потом посмотреть клип. Ой. Это Тимати, да? Блин, короче, там очень много людей пело. AMG, да, или как называется? Вот как здесь. Ну да, я угадал, AMG, AMG, да. Maybe, baby. Я не понимаю, почему тут Эндер Либай не вставили. Ну ладно. Короче, ну вы поняли, maybe baby. Оскорбинка. Угадали? Давайте. Вот это Лизер, а песня у него называлась «Корабли». Я знаю. Спасибо. Корабль идет ко дну, помоги мне, я утону, протяни мне свою ладонь. Я помню эту песню, вы говорили то, что это Моргенштерн под пальмой, да? Или что-то про работу. Под пальмой, да, что-то. Я пальма. Спасибо от того, что я еще... Ну вот, буду твоей пальмой, извиняюсь. Помер, я не знаю, что такое рандом.
Я недавно ее добавлял. Вот сейчас я у себя в аудиозаписях 3 секундочки прям. Короче, она называется «Дава Кислород». По-любому это она. «Дава Кислород» ведь, да? «И ты меня лишила кислород». Лишила кислорода. Мне не дышать, не догореть. О, а вот это у него крутая песня. ЛСП Патрон. Не спит он, последний косяк, последний патрон. Война, победитель никто. Мои умники, вот скажите честно, знаете его? Вот это просто лучший чувак, который вот просто, я которого слушал. Сразу говорю, это, как его зовут-то, я сейчас помню. Айра. Он офигенный. Я на нее кавер хотел сделать. Хочу сделать. Это Айра «Кремовый пирог». Лери. А вот это я не знаю девушку вообще. А это что за девочка? Я вообще первый раз ее вижу. Она очень сильно похожа на Мэри Сэм. Да нет, 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 нет. Да, я ошибаюсь. Я не знаю, кто это. Вот кто это? Последний раз подумайте. Подумали? Это же Ариана Гранде, идиот. Я что-то вообще... Но это не Мияджи Эндшпиль. Это не Мияджи Эндшпиль. Это эти... я помню. Короче, тоже другие... Ну вот, набирающий популярность, да? Ладно, Мияджи Эндшпиль все-таки. Ну тут Кади фит Мияджи. Там потому что я увидел Мияджи, я... Потом не вижу Эндшпили и думаю, что это не они. А чё у него за песни, я не знаю. Ну и чё? А, соус. Блин, я не слушал эту песню. Серьезно, он про соус пел? Офигеть. Волк? Чего? Вороны? Песня, наверное, «Вороны» так и называется. И снова стали снуться. Птицы они во сне из рук. Вот не спрашивайте. Ну не знаю, Маюнки, ну не знаю, что это за песня. И че это? Да не слушай я Lil Pump, отстаньте. Все? Короче, ну что я могу вам сказать? Ну, блин, мы проиграли... Мы выиграли, не знаю, как сказать. Вроде бы в большей степени мы угадали песен. Давайте пишите, мои умники, в комментариях. Проиграли бы это чем? Или не проиграли? Мне важно знать, сколько вы песен отгадали и на каком моменте, чтобы я понимал, сколько я отгадал и сравнил с вашими угадываниями. Вот. Поэтому можете, пожалуйста, написать в комментариях. Я читаю все комментарии. И моя единственная просьба — подписаться на наш с вами инстаграм. Он в описании. Это мой инстаграм, но я не люблю говорить, что это мой инстаграм. Потому что вы смотрите, и это суммарно наш с вами. Вот. Хотите, подписывайтесь. Ваше дело. Вот. И... ну, а что еще? Да вроде и все. Спасибо большое за просмотр. Хотите, поставьте лайк. Я никого не заставляю. И до новых видео. Да.